Салам лиже йоча-влак! Икымше сентябрь – тиде шинчымаш кече. Россий мучко тиде кечен шуко йоча-влак парткоклашке шинчат. Нуно чыланат шинчымашым погаш толыт. Тунеммаш тиде кажне тунемшын тӱнь пашаже. Кушто вара тунеммаш лиеш? Таче ме тендан дене тидын нерген урокышто мутланаш тӱҥална. Айн ондак умыт-влак дене палыме лийна. Здравствуйте, ребята! 1 сентября – это День знаний. В этот день по всей нашей стране многие дети садятся за парты, чтобы получить новые знания. Учеба – это самая главная задача, главная работа всех учеников. Где же можно учиться? Сегодня как раз об этом мы с вами будем говорить на уроке. Но вначале давайте-ка мы с вами познакомимся с новыми словами. Тунемаш – учиться. Мой тунемам – я учусь. Тай тунемат – ты учишься. Тудо тунемеш – он или она учится. Тай кушто тунемат – ты где учишься? Мой школы что тунемам – я учусь в школе. Мугай – какой, какая, какое, какие. Мугай классыште – в каком классе? Ты мугай классыште тунемат. Ты в каком классе учишься? Мой кокомшо классыште тунемам. Я учусь во втором классе. Кушто тунемат? Где учишься? Школышто? Гимназиеште? Лицейште, институтышто. Нине мут-влак чыланат верым ончыктат, да кушто йодышлан вашмутым пуат. Все эти слова указывают место и отвечают на вопрос «Где?». Салика, тыйын изат уло? Салика, у тебя есть старший брат? Мыйын изам уло. У меня есть старший брат. Тудо кушто тунемеш? Он где учится? Тудо институты что тунемеш? Он учится в институте. А ты кушто тунемат? А ты где учишься? Мой школы что тунемам? Я учусь в школе. Мугай классы что тунемат? В каком классе учишься? Мой кокомшо классы что тунемам? Я учусь во втором классе. Мугай классыште тунемат? В каком классе учишься? Икымше классыште? В первом классе. Кокымшо классыште? Во втором классе. Кумшо классыште? В третьем классе. А кызыт йоча-влак метендан дене икыт гыч тӱҥалын лумарте кӱчык форман чот мут-влакым шарналтен кодена. А сейчас, ребята, мы с вами вспомним числительные от 1 до 10 в краткой форме. Ик – 1, кок – 2, кум – 3, нл – 4, вич – 5, кут – 6, шым – 7, кандаш – 8, индеш – 9, лу – 10. А кызы йоча-влак метендан дене радаман чот мут-влакым ыштена. Радаман чот мут-влак, нуно ше-шо-ше, ымше-ымше-ымше суффикс ушалтмы дене лиет. А сейчас, ребята, мы к этим числительным прибавим суффиксы ше-шо-ше, ымше-ымше-ымше, и у нас образуются порядковые числительные. Икымше – первый. Кокымшо – второй, кумшо – третий, нылымше – четвертый, визымше – пятый, кудымшо – шестой, шымше – седьмой, кандашымше – восьмой, индешымше – девятый, лу – лумшо – десятый. Тый кумшо классте тунемат? Ты учишься в третьем классе? Уке! Мой кокомшо класс, что тунемам? Нет,
Я учусь во втором классе. Тый кокымшы класс шты тунемат? Ты учишься во втором классе? Туге, мый кокымшы класс шты тунемам. Да, я учусь во втором классе. Тагак йочалак те кажныже шке нерген каласкален, але сюреклен изи текст семын возен кертыда. Кузе тендан лӱмда? Кушто те иледа? Кушто тунемыда? Могай классыште тунемыда? Мутлан, мыйын лӱмем Салика. Мый Йошкар-Олаште илем. Мый школышто тунемам. Мый кокымшо классыште тунемам. Ребята, вы теперь каждый можете рассказать о себе. Или же можете нарисовать и написать маленький текст. Как вас зовут? Где вы живете? Где учитесь и в каком классе учитесь? Например, меня зовут Салика. Я живу в городе. Я учусь в школе. Я учусь во втором классе. Ючавлак, тегерак мемнан урокна мучашке лишемеш. Тиде тема метендан дене вес урокшты шуена. Вес урок марте. Чеверын. Ребята, наш урок подходит к концу. Тему сегодняшнего урока мы с вами продолжим на следующем уроке. До свидания.